Всем привет, с вами канал Art Money. Сегодня с вами тема, как перестать стесняться, бояться снимать на видеокамеру в магазине. То есть это такой довольно немножко сложноватенький момент. И давайте вам расскажу. Первое. Старайтесь чаще снимать на улицах, в общественных местах. Просто стойте с камеры, просто идите с камеры, разговаривайте с камерой. То есть обычно это делается вот так. То есть берется камера около рта, если она вас плохо слышит, да? И то есть вы снимаете все вот это вот и что-то рассказываете. Да, около вас будут проходить люди, но, как правило, люди всего этого не замечают. Они не видят вас, что вы идете. Ну, как правило, у людей плохое зрение, и они вас просто не увидят. Те люди, которые вас все-таки увидят, они либо отвернут голову, чтобы их не засняли. И также есть другой тип людей, которые у вас начнут перед камерой танцевать. Там что-то баловаться, что такое. Ну, снимите их. Снимите и выложите YouTube. В этом нет ничего страшного. Также вы можете, например, на улице просто остановиться и снимать людей, как с утра они идут на работу. Это будет довольно красиво. Вы потом смонтируете в быстром режиме, и еще будет видно, как солнышко там поднимается, например. Знаете, за все это время, вот 5 лет я уже снимаю, ко мне на улице ни разу никто не подошел и сказал: а ты чем тебя снимаешь? Зачем ты меня снимаешь? То есть у меня этого не было. Вот, может, у кого-то было. Не знаю, напишите в комментариях ваши истории. И мы переходим с вами к следующему пункту. Также в магазине уже просто после 3-го кадра уже не будет не так страшно. То есть, ну, первый кадр вы откроете, да, видеокамеру, включите, у вас еще будут как-то руки там трястись, ну, как-то вы понимаете, что вы делаете явно что-то не то, и может подойти охране, попросить удалить или что-то там спросить, что-то удалить, но в любом случае он вас не побьет за это. То есть он не подойдет сзади там с топором или там с молотком, бабах вас там, ай-яй-яй-яй. То есть так не будет, он просто подойдет и скажет: а что вы тут делаете? А что вы снимаете? А зачем вы снимаете? То есть, ну, только вот так, потому что не подойти. То есть вы один раз открыли, поснимали, второй раз вы открываете, у вас уже больше уверенности, то есть до сих пор не подошел. Третий раз открываете, у вас уже уверенность, вы уже можете идти спокойно по магазину с камерой и все снимать. Это реально, вот реально это работает. Также очень прям офигенный момент. То есть вы можете в магазине, стоит видеокамера, скрытая камера, да, или видеокамера, на свою камеру вы записываете эту камеру, то есть не просто записали, опустили, вы реально записываете, стоите какое-то время, чтобы охранник, то есть охранник, да, который где-то там сидит, он увидит, что вы записываете эту видеокамеру, то есть то, что вы находитесь в магазине с камерой, то есть вы, скорее всего, блогер или, не знаю, может, там еще кто-то. Потом вы опускаете камеру и просто снимаете товар. Если в течение 10 минут охранник к вам не подошел, то есть он вас в любом случае увидит, этот охранник. В любом случае. Потому что, ну, как правило, они смотрят на свои камеры, на свой экран, кто чем занимается, то есть они вас увидят. Если он не подошел, значит, снимать можно. Просто идете дальше с камеры. Ему хватит 10 минут, даже меньше минуты ему хватит, чтобы к вам подойти. Магазин там, ну, не Ашан же какой-нибудь, чтобы он там через весь город бежать. Ну, в принципе, все довольно рядышком. Это, кстати, момент тоже очень действенный. Я, честно, даже сама так пробовала, снимала. Прям вот, знаете, вот прям настроение поднимает, и тебе хочется уже снимать все абсолютно. Тебе уже хочется комментировать каждый товар, уже все просто вот ходить. Какое-то, знаете, как вдохновление появляется. Все, хочется творить, здесь можно, вау, там типа классно. То есть даже вот так вот. А также раньше, конечно, я когда только начинала снимать, часто подходила к консультантам и спрашивала: а у вас здесь на видеокамеру снимать можно? Вот честно, знаете, все абсолютно отвечали: не знаю. А зачем? Для них это было, знаете, такое ощущение, как будто я с цифровой видеокамеры попала в какой-то там допотопный век, который человек даже не знает про существование видеокамеры. И он такими, знаете, с вопросительными глазами спрашивает: а зачем? Как будто он хочет спросить: а что это? То есть это было вот так, они в основном не знают. И, ну, в принципе, можно спрашивать, если что-то там произойдет, вы можете сказать: а мне вот разрешили. Как бы и все. Ну, с другой стороны, конечно, вы подставляете этого консультанта,
если он действительно не знает. Хотя сейчас везде все снимают, как бы это очень странно, что они не знают. Также снимать до тех пор, пока вас не заметят. Это тоже интересно. Вы ходите, ходите, уже все пересняли, все засняли. Ждете, ну где же охранник-то? Ну почему он не идет? То есть это очень классно тоже. И также, конечно, как перестать стесняться камеры, то есть вам самому. Как это перестать делать? Просто поставьте камеру, включите ее и занимайтесь своими делами. Ну, честно, вот я начинала вот так вот. Я поставила, сначала я боялась зайти в комнату, как-то мне было страшно. Казалось, что за этой камерой сидит миллионы зрителей, которые меня сейчас увидят не с той стороны, посмотрят на меня не так. Но потом я как-то привыкла, и после этого я больше не боялась камеры. Как-то, ну, блин, вот по сути, просто вот подумать, это просто камера. Это просто вещь. Например, ну, как, допустим, вот эта коробочка. Можно поставить просто коробочку, это коробка. Вы же не будете ее стесняться, правильно? Не будете. Ее можно точно так же открыть, как видеокамеру. Открытая коробочка. Вы не будете же стесняться, правда? Или телевизор ставить. Вы телевизор включаете, вы же его не стесняетесь? Хотя там показывают людей. Показывают много людей, да? То есть здесь точно так же вы можете просто заниматься там своими делами, переодеться перед камерой, потом вы себя, кстати, потом себя посмотрите с разных сторон. И это очень интересно себя посмотреть. Вы себя видите вот так вот только вот в зеркале и все. Вы не видите себя сбоку, там, с той стороны, сзади. А это интересно посмотреть ведь. Попробуйте, кстати, напишите мне в комментариях, понравилась вам такая идея или нет. Что вы там себе такого интересненького нашли, увидели. Вот, также пишите обязательно свои советы мне внизу, свои отзывы, свои истории, как вам, что вам конкретно помогло. Но старайтесь снимать чаще, если вы решили стать блогером, если вас хорошо смотрят хотя бы 50 человек или 150 человек. У меня, допустим, мечта, чтобы меня смотрело 350 человек на каждом ролике, именно в блоге. Вот, мне, в принципе, не будет достаточно, мне много не надо. Вот. Если вы будете снимать часто, то у вас страх пропадет. Если вы будете, как сейчас в пандемию, сидеть часами дома, да, сутками, и потом выходите, будет страх. Но если вы будете постоянно снимать, 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 то страха потом не будет. Вот. С вами был канал ArtMania. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Пишите свои отзывы, обязательно подписывайтесь. Я от всех жду лайки. Лайки, 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 лайки.